да, что у нас есть и такой праздник, и мы сегодня чествуем, благодарим наших, наверное, самых главных зубных врачей, зубных фей, да, потому что красивые зубы красивым девчонкам очень нужны. Поход к стоматологу давно перестал быть испытанием для маленьких пациентов. Современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют проводить даже сложные манипуляции без боли. Детская стоматологическая поликлиника в Химках работает больше 6 лет. Маленьким пациентам здесь лечат кариес, исправляют прикус, а при необходимости оказывают и хирургическую помощь. Наш проект, который работает уже на протяжении 10 лет в городском округе Химки, проект «Счастливые улыбки», был признан лучшим проектом «Здоровые города России». И это дает нам силу, веру в том, что мы идем в правильном направлении, и мы будем стараться уже, открыв новые стоматологические кабинеты в школах, расширить нашу работу и интегрировать ее среди всего детского населения. В прошлом году на базе школ открыли 7 стоматологических кабинетов. Врачи проводят регулярные обследования детей. Это позволяет выявить заболевания на ранней стадии и быстро оказать качественную медицинскую помощь. Поздравить врачей с профессиональным праздником пришла депутат Ирина Беляева. Хочется сказать им огромное спасибо за наши улыбки. Точно знаем, что наша стоматология на сегодняшний день – это хорошо оснащенное медицинское учреждение. Здесь есть ежедневно возможность сделать рентген, сделать КТ. Работает много специалистов, они работают несколько смен. И знаю, что даже в период самых серьезных эпидемиологических ограничений на экстренный прием эта поликлиника никогда не переставала работать. День стоматолога был учрежден в 1984 году Международным стоматологическим сообществом. В России отмечается с 2001 года.